Где? Деньга. О, новый уровень. Сейчас, подожди. У тебя уже 10-й? У меня уже 11-й. Че, у меня только. Испытание какое-то завершил. Че-то как-то ты медленно качаешься. Так я же вон катаюсь. А, ну понятно. Так, тут задание, кому-то чуваку инсулин отнести, если ты помнишь. Вот здесь, наверное, открыть надо. Или нет? Да сейчас. Тут ножик лежит. Тебе он подойдет. Нож ныряльщика. Урон 123. Иди сюда. Где сюда? Ну мне не нравится твоя информация сюда. Да вот он, валяется. Прям под ногами у меня. Такая информация сойдет? Нет. Понятно. Да валить. Да вот сюда куда-то. В это здание? Да, только я не знаю, как сюда пройти. Закрыто. А, вот, вот дверца. Так, да, тут какой-то чувак сидит. Погоди. Ты не мой брат. Это он тебя. Ружье? А, деньги. А как ты? Где сидит чувак? Да вот тут чувак сидит в доме. А как туда зашел? Ну, как бы через дверь. Очень точная информация, опять же. Тут три двери. Ну, через одну можно зайти. Центральную? Да вот я уже вышел через нее. Тут она тупо открытая дверь. Как-то я не заметил. Не вижу. Это смешно, конечно. Где? А, тю. Я ж ее выламывал, кстати. Я никого здесь не увидел. Как обычно. А где мужик? А, о, здорово. А что ты мне дашь? Короче, нам надо сейчас вернуться на эту базу. Базу? Ну не, базу, короче, первую этот. Медицинскую станцию, или как она там называется. Лайфгард. Вот тут можно дверцу сломать, а ну-ка. Что у нас тут? Бабах! А, там с той стороны дверь была открыта. Да я сломал уже. Тут я вижу, уже была открыта. Еще одна. Мне кажется, с другой стороны тоже, наверное, открыта, да? Ну, в смысле? А, нет, там нельзя зайти. Может, тут что-то есть. Там что, зомби? Нет. А это кто? Друг твой? Подружка. Подружка, да. Да, ну, неплохой интерьер такой, да? Да, только зомби. А, ну мы тут были уже, кажись. Миша были. Учитывая. Везде а, тут, нет, были. Тут какая-то карточка лежала. Мы ее не взяли. Ну, у тебя она же, у меня уже нет. А, ну ок. Джеронимо! О, я выжил. Ой, я как бы тоже, но. Я понял. Куда, вниз спускаться, да? Не знаю, вряд ли нам вниз. Нам надо как бы наверх и. Нам туда не надо. Ого, куда ребят. Ты идешь? А, уже сломался, я понял. Я еще и устал, вообще класс. Нормально. Ой, тут дофига пацанов, дофига пацанов. Блин, скотины такие. Пацаны. У меня рейджа еще нет. Опять меня завалили. Это плохо, их тут слишком много, тебе не кажется? Блин, с кастетом отлично. Да ля, их тут целая пачка, кошмар. А ну лежать. Да давай, бери, секай, скотина такая. А, 11 уровень, понятно. Ну я пока мисс выбирал оружие, меня завалили. Да меня тоже сейчас завалит, ля, их тут. Ты посмотри, какая их толпень! Я только деньги теряю, потому что... Ну да, 400, неплохо. Кулаками их ловлю. Да я тут их сбусывать буду вниз. А я их забусываю просто в толпе. Да я тоже. А, тут еще один, мать вашу! Откуда они берутся-то все? Я дверь закрыл.
тебя хоть, блин, есть чем бить. Тут персональная ID, тут я еще... ногами запинываю. Так, что у меня есть из оружия? О, у меня, кстати, есть револьвер, в котором есть даже 5 патронов. Да иди в баню. Я ногами их пинаю, не знаю, как ты. Я тоже как бы... О, у меня, кстати, револьвер, да. У меня кулаками больше урон, чем ножом. Ну, поломанным. Понятно. У меня 40 урон кулаками. Блин, это плохо. Да идите вы нафиг! Блин, у меня уже денег, я банкрот из этих убродов. Уу! Да у меня тоже как бы... Он меня убьет! Он меня убил, нет! Скотина! Я так сражался, так пытался выжить. О, блин, идите в жопу. Просто тебе не кажется, что их как-то слишком много там. У меня, кстати, сейчас повышенное здоровье. Я, конечно, сейчас зовем, меня опять убили. Сколько сейчас отнимут интересно денег? Еще минус 200. Класс. Нормально. Лукаут? Какой лукаут? Ладно, возьму хоть каскет. Все, патроны закончились, к сожалению. Кастетом их. Да пипец, их тут много. Бейсбольная бита или что или? О, отлично. Фу. Наконец-то, хоть что-то. Наконец-то мы их перебили. Все, все закончились. Можно идти, задание сдавать наконец-то. Куда? Ну, назад в медицинскую вышку, или как-то она там называлась. Ну, не вышка, а в смысле база медицинская. Туда дофига оружия повыкидывать. У меня вообще его не было, нечем бить было. Ты что выкидываешь? Так уже все поломано. Опять ты здесь. Ну, а все тебе не имеется. Месть. Что нафиг? День. У меня стрелочка в другую сторону показывает, я не знаю. Где ты? Да вот сюда, да не за стрелочкой, иди ко мне, надо задание просто сдать. Их тут дофига. Вот туда иди, просто по дорожке назад. Идем и все. Тут, кстати, опять кошелек будет, да? Тут постоянно кошелек лежит. Вот, лайфгард. Нам туда, короче. Опять классные арты. Не что меняются? Нет, нет, просто я говорю. О, вот теперь машина починена. Можешь брать тачку, когда захочешь. Ок. Разломаю. Бедняга. Так, задание выполнили, что задал. Вы нашли её? Они все. Так, деньги. Это секатор дала. Люблю сюрпризы. Ты где там? Намародерствовал, тут всякие бинты валялись и прочее. У нас все заново появляется, что ли? Да. Можно прям бегать и фармить. Молот надежная. О, точно будет надежный. Так, сейчас ему на прод... О, серп травмирующий. Так ты что она стоит по 1800? Офигеть. Цены, конечно, заоблачные. Так, тяжелая труба. О, вот это вот мне нравится. Вот это вот, конечно, что-то с чем-то. Пойду ее улучшу. Во-первых, она классно выглядит. Так, у меня надо продавать всякой фигни. А во-вторых, мачете убивает. Мачете у тебя? Да. Это хорошо. Можно ее как-то улучшить? О, так у меня тоже мачете. Ее починить или что-то с ней сделать можно? Ну, можно там починить за деньги. А создать что я могу?
Я могу создать бомбу из баллона и кровавая бомба. Также могу модернизировать. Как кровавую бомбу сделать? Зажим, гвозди, болты. У меня это пока что все есть. У меня ни хрена нет, ты просто все выбираешь раньше, чем я. Ну да. Почему бы и нет? Ладно, чтобы чаще тебя сбивать. Не надо. Надо. Нет. Так, я револьвер тут улучшу, пожалуй. Не знаю зачем, но может патроны попадутся, буду с него стрелять. Тупо все деньги на улучшение сейчас потрачу. Мачете. Что делает прочность понятно. А обращение это что такое? Ну, владение, наверное, я не знаю. Гвозди. Так, мне нужна бейсбольная бита. Пойду-ка я куплю бейсбольную биту, чтобы она была с гвоздями. Чок, здесь бейсбольная бита. Да, бейсбольная бита. Утомляющая 510, давай сюда. У меня мачете повреждённая, ее улучшать уже нельзя. Так ты его почини. Сколько стоит починка? Не знаю. О, бейсбольная бита с гвоздями. Вот это я понимаю. По всем правилам зомби-апокалипсиса. Будет на флаксах, ну ладно. Так, парень, сделай мне коктейль молотов. Хорошо. Спасибо. Алкоголь, знаете ли, полезный. А, стоп. Тут у нас с заданиями все, да? Неплохо выглядит, да. Тут у нас с заданиями все, теперь можно бежать на маяк. Там еще два задания надо сдать. Но погнали! Ну мы можем телепортироваться, насколько я помню. Пока что мы в безопасности, так. Но предстоит еще многое сделать. Ну вот здесь вот есть карта. Им здесь нужна помощь. Поговорите с ними. На втором этаже. И как, телепортируешься? Ну типа подходишь к ней, быстрый переход жмешь. Ну или как, телепортировался, я сейчас спрашиваю. Не знаю, сейчас... Маяк. Давай, например, маяк, путешествовать. А, ну мы вдвоем путешествуем. О, да. Бля, довольно удобно. Почему бы нет? Так, где я? Так, чувак, пусти нас на склад. Иди сюда. Что за... Лянь, посмотри на меня. А, у меня кнопки зависли. Оп, все отвисли. Я говорю, иди на склад. У меня назад я только что шел постоянно. Ладно, если Маркус сказал, что... Ладно. Вау, моя. Вау, вау. Катсценка. Сейчас будем прыгать оттуда. Да, знаешь, как... Прыжок веры. Как Assassin's Creed, да, такой... И вниз на зомби. Пдыщ. Я не против. Да, я тоже, было бы веселей. И чё? Что-то он сказал, типа, похоже, сработало. О, о, ключ дикая. Дикий ключ. Так, теперь у нас тут есть провод. Тут провода валяются. Усилитель сигнала, изолента. Еще какая-то фигня. Это лолом. Ну и все. Ну, как обычно, ты уже все ограбил. А, ну да. Я могу зато сделать бомбу из баллона. Бомба из дезодоранта. Ну-ка, я хочу посмотреть, что это. Да, реально какая-то бомба в руках, видишь? Очень бога выглядит, если честно. Я знаю, особенно у меня в руках. Такие, надо будет два... почитать, можно вообще два баллончика. Бомб. А патроны у кого-то можно, интересно, закупить? У меня просто револьвер как бы есть. Ну и как бы в нем нет патронов. Тут где у нас продавец, торговец? Ну там травка, не травка, нет. Так тут задание. А, хотя он задание дает. Тут чувак дает задание на еду. Какая еда тебя интересует? Поторопитесь. Говори! А, консервы, у нас есть консервы. Спасибо. Есть? Он дает деньги за консервы. Как-то женщина за воду. Давай мы продадим. А, все, я уже напродавал, что у меня было. Так, вот тут торгуется, есть на входе. Да, на входе есть. Хлеборезка разрушительная. Ну, требуется уровень 12, урон 250. Нифига себе. Тут вижу фиолетовые есть предметы, синие. Клево. Именно РПГшка. Но патронов у него нет. Ого, мачете. А кто там нападает? Да, цены обалденные. Ты куда-то опять попёр, непонятное место. Да вот, я вниз прыгнул. Через заборчик. Что, не видишь? Нет. По сумкам хожу тут. Ну спрыгни тут рядышком. Да нафиг тебе сумки? А, там
буковками СОС типа хотят выложить. Ну да. Так они тут зомби 8 уровня. Слабаки! Мне как раз. Тебе да. На тебе подсракончик. А этот 11-го, кстати. Пошлись, подбежим. Еще раз. Нет, я не успокоюсь. Все. Да там тупо пляж дальше и все. Че по заданиям? В эфире, возвращайтесь к Доминику. Где это вообще? А, это надо на второй этаж. То есть не на второй этаж, а на маяк, на самый верх залезть. Погнали. Если помнишь, Доминик, да? Форсаж? Не. Ну ладно, я Форсаж не смотрел ни одной серии. И поэтому я не знаю, какой тип там умер, насколько он крутой был. Там... Крутой тип умер, скажем так, к сожалению. Он только в этом фильме играл, да, я так понял? Не, он там еще в некоторых фильмах играл, но и прославился. Я слышал, что он играл в рекламе. Не знаю, но именно прославился он из-за этого фильма. И застрял. Я знаю, чем мы тебе обязаны. О, новый уровень. Я, конечно, счастлив за тебя, но я застрял. О, выстрел. Если ты закончишь, а, кстати, надпись, он говорит нам закончить вот этот вот сигнал бедствия. Ладно. Он нам даст модификатор факел. Так, у меня уровень теперь уже 12-й. Норм. А мне ничего не дается, да? Ну возьми. Кроме денег? Подожди, каждое убийство в состоянии ярости восстанавливает здоровье. Ну вот это вот я тоже снижает хочу. Снижает количество гнева, требуемое для активации ярости. Ой, это я не хочу качать, я бы тут, наверное, прокачал бы себе что-то другое. Слабость, эксперт тупого оружия. Вот, например, эксперт тупого оружия мне надо прокачать. А ну-ка, подожди, сейчас проверим. А ну-ка, смотри. Куда кинжал упадет? Ну давай, в смысле куда? Я буду смотреть. А, исчезнул, херня. Да, блин. Да, исчезает он. Ладно. Вниз. Куда? Докладывать СОС? Да, пошли доложим СОС. Тут а прямо, чем там, докладывать? Там рядом, где мы только что были. Ну, раз сумками будем выкладывать. Какими? Тут куча сумок валяется, коробок всяких. Ну, я их поднять не могу. Так вот теперь можно. И тут большой дядя. Которого я пойду убью. Сзади тебя тоже большой дядя. А, блин, ты ж мне сейчас ярость собьешь, козел. Возьму тогда я мачете. Так, слышь, а у меня есть бомба. Где там? Глянь на него. А где еще один большой дядя? Нет, не видел. Ну я ему отрезал сразу руки и голову. Ты говорил, там было два больших дяди. Ну ладно, больше тебе не буду верить. Ну, мне показалось, на самом деле, это был один, а то был тут ты. Надо, тут надо коробочками просто, вот видишь, тут коробки валяются. Сейчас им надо выложить. А, они тут еще бегут, пацаны. Где? Ну-ка, сейчас я им коктейль закину. А где пацаны? Отойди, она тебя, ну, как бы, подожжет. Или нет? Не, подожигала. А где ты ящики берешь? Да вот, тут на мини-карте они красными такими хренями обозначаются. Затолкай. И этими же ящиками их кидаю. Ну, норм, я бы так все делаю. А ну подожди, дай. Взял. Дай, где она? На. Блин, я промазал. Ну ладно. Да что? Что мы в одной команде? А что, тебе урон наносится? Ну вроде да. Фу, запарили, честное слово, дайте на буковки доложить. Блин, еще прыгать нельзя. Вообще ничего ящика. Нельзя делать. Да, облом. давай! Покажи, на что ты способен. А где еще ящики? Да вот тут валяются. Только где валяются-то? Только правда их как-то проще кидать и потом брать опять и ложить. Да на мини-карту смотри, их тут дофига отображается. А, увидим. Наверное, лучше проще их кидать, а потом брать.
Вверх. Они тут прямо из воздуха, кажется, генерируются. Блин, носильщики какие-то, честное слово. Мясо? Я взял мясо зомби, нафига. Куда ты коробки понес? Нафиг, да? Там может быть что-то полезное. Короче, я доложил. А, блин, я думал, ты не доложил без меня. Да, куда уж я без тебя. Ладно, давай. Куда же я делаю? Точнее, зададим это задание и все, и закончим. Давай. Готово? Ха, отлично! Можешь оставаться здесь сколько угодно и ждать помощи вместе с нами. А вот и награда. Что за награда? Модификация факел. Ну-ка. Модификация факел. Две ветоши, два клея, два бензина для зажигалок. О, господи. Бомба из баллона, ну это мы уже видели. Окей. Так, а ну-ка глянем, можем ли мы эту фигню сделать? Нет, не можем. Нам нужно две ветоши, какие-то дубинки, балки, все что угодно вижу, тут подойдет. Какие-то ветоши надо найти. А еще деньги надо заплатить. Ля, что за бред? Нужен клей, нужен... У меня ветошь есть, у меня клея нет. Может, я тебе скину клей? А ну-ка. Давай, обмен. Да просто на пол брось. Да, давай так лучше. А, да, я ж не подниму точно. Ну? Так, клей, да. Угу. Два клея у меня есть. Клей. Сейчас. Принять обмен. Сейчас, подожди, да что ж такое. Я тебе он даю. Господи, нафига это мне надо? Мне только тут ключ, наверное, пригодится. Ну я да, ключ нормальный, а ножик ныряльщика так себе. Продам. А нож я случайно кину. Да, ну ладно. Могу тебя назад его случайно выкинуть. Давай-ка глянем, что. А, факел могу сделать. Ну, создаю, допустим. Ой, вот еще сразу можно качнуть. И что это такое? Ну откуда ж я знаю? Оно на бейсбольную биту цепляется. Ну, сделай. О, так у тебя бейсбольная бита теперь огненная. Прикольно. Прям теперь человек-огонь. Ау. Огонь. Ну что, можно закончить, да? Да? О, кстати, они Windows починили, или нет? Не хам синий экран смерти? Ну, как бы, знаешь, проскакивает. Типа как мелькает, и вроде опять нормальное. Ну, короче, у них что-то все равно с неполадками связано. Не, я лучше пойду продам всякой фигни. Я сейчас модернизировал битву по полной. Ты вообще красавец. Модернизатор. А, теперь горит ярче. Не, правда. А может, мне кажется. Всегда мечтал о том, чтобы она горела ярче. Так, не-не-не, револьвер, ты что? Не продам. Самодельная мачете. Оставим. Ключ можно продать. А вот дикий оставим. Что? Бейсбольная бита, гвоздь оставим. Там я тут просто дофига оружия. Так. А, ну мачете я улучшил, мне нельзя. А ты этой штукой хоть пользуешься, что ты сейчас держишь в руках? Да. Но она уже по урону слабенькая. Короче, все, да. На этом заканчиваем. Бахнем кока-колой и заканчиваем. Этого мужика хочу убить. Ты тут всех хочешь убить. Ох ты, смотри, что я умею. Джеронимо? Конечно. Ну. Ну ладно, я отойду. Я хотел просто посмотреть. Чё за... Я спокойно спустился. А я умер, как всегда. Что за хрень? Сейчас миллион денег потеряю, которых у меня столько и нет. 216 баксов. Да ну тебя нафиг, больше не буду прыгать никогда. Запарил. Я по 400 отнимаю. Читер. Ты бессмертный. Не, я просто как-то скатился по камешкам. Ага. Как снеговичок.
Вот сейчас скатился по камешкам, но уже не так хорошо. Ого, с удара срубил голову. И этому срубил. Нет, этому не срубил. А теперь срубил. Снявичок.